персонаж нас немножко стал поголодаться. Получается, мы нашли... Этот торговец едой. Но мы его откроем, чтобы он просто был. Мы видим гнома-волшебника. Забиваем гнома-волшебника вместе с конем. Забрали гнома-волшебника. Фиксируем этого стражника. Может, наш конь сможет его забрать. Наш конь не хочет ему пока забирать. Видимо, он немножко подустал. Поэтому мы тоже не агрессируем на стражников. Монеты, которые у нас есть в наличии, мы убираем в нашу сумку. Конь сагрился на стражника, что очень плохо. Он забрал одного стражника. Второго он решил пока не трогать. К нам идет кобальт лорд. Это усиленный кобальт по сравнению с обычными. Мы, получается, это у нас магазин. Нам покажи. Не пойму я, что это такое. Ага, то есть это у нас, скорее всего, опознавание было. Получается, а магазин у нас... Welcome Harvard Stone. Это, скорее всего, этот. Да, магазин это этого. То есть универсальный магазин для этого. Точнее, он не универсальный, он... Сюда можно всякие мелочь, которую вы не используете, продать. Зачем ты Гема еще прозвонил? Фиг себе. Так. Имеет смысл. Забрать предметы, продать проклятую сумку, чтобы она нам не отсвечивала. Попробовать купить у него. Мимик убил нашу лошадь. Ну, лошадь, скажем честно, была и так слишком балансная для нас. Теперь мы без лошади. Тупанул, надо было помогать коню, а я что-то, блин, момент пропустил. Все-таки стоит забрать у него этот. Забрать у него нашу сумку, потому что у нас лошадь мы потеряли по моей глупости. Ну, скажем честно, лошадь была слишком имбалансная для нас. Мы благодаря ей могли там большую часть мобов забрать. Поэтому нам не актуально.
ее присутствие. Даже лучше, чтобы она отсутствовала для нас. Два свитка, две книги, палочка неизвестная, свисток, который нам не нужен, свеча нам пока не актуальна, отмычка в какой-то веке появилась. Кладем. Персонаж проголодался, и у него упала сила. Ну, это, скорее всего, сумка холдинга, потому что у нас, как только я все в нее запихнул, у нас сразу же, то есть сумка хранения, у нас сразу же перегрузка пошла. То есть наша задача, это, скорее всего, сумка хранения, потому что у нас перегрузка идет, хотя до этого перегрузки не было. Поэтому имеет смысл хранить в этой сумке только начальные предметы, которые, ну, скажем так, нам, которые мы боимся, что сгорят. А все остальное, ну, вот единственное седло, наверное, тоже стоит вытащить. Да тут, в принципе, ничего нет такого. Наверное, стоит дропнуть седло пока что, потому что для этого его нужно извлечь из сумки. Нашего коня, конечно, мимик забил, это было, честно говоря, обидно. А, это даже не седло, это свеча. То есть у нас, видите, у нас из-за того, что у нас... А, мы что-то подняли, что-то взяли. Все получилось нормально. Вот. Из-за того, что у нас теперь есть отмычки, мы можем пооткрывать двери. Вот, это получается магазин освещения, так называемый световой. Здесь можно купить свечи, лампы и так далее. Нам бы найти какого-нибудь оружейничка. Вот еще тут кто-то у нас есть, но тут пусто. Дверь закрыта. Дверь открыта. Ничего нету. И тут универсальный магазин. Отлично. Получается, продаем то, чем мы не будем пользоваться, скорее всего. Такие называемые даггеры, акулюс и так далее. Хотя акулюс — это хороший предмет. Его стоит в последнюю очередь продавать. Дротики отравленные. Щит легенький. Магический маркер стоит запихнуть с собой. Потому что потеря такого предмета, как магический маркер, нам будет критична. Учитывая то, что это универсальный торговец, можно ему все сплавить, чтобы он нам монет подкинул немножко. Для этого имеет смысл все предметы, которые нам не нужны, которыми мы сейчас в данный момент не пользуемся, переложить в рюкзак и рюкзак дропнуть. В
рюкзак просто дропнуть. А все предметы, которые мы понаходили, забрать, ну то есть, которые нам любезно предоставил наш конь перед гибелью. Забрать и продать. Получается нож, копье, шлем, легкие ботинки, кольчуга, еще один шлем, легкие ботинки, легкий армор. Ну и все, собственно, Lost Peak мы продавать не будем. И свисток. Все, теперь мы это продаем. У нас плюс 85 монет. Получается, убираем монеты, чтобы они не отсвечивали, чтобы нам еще что-нибудь подобрать можно было и положить. Из-за того, что двор входит с киркой, он нам тут все предметы сломал. То есть он нам стены сломал. Это очень плохо, потому что нас вот сейчас вот видят гномы. Из-за того, что эти несчастные гномы нам просто сейчас все стены сломают здесь. Из-за своей кирки. Это очень плохо, потому что нам не нужно, чтобы были стены сломаны здесь. Но мы с этим ни хрена сделать не сможем, потому что... Просто потому что... Мы должны убить дворфа, но дворф нашего вероисповедания мы его просто не сможем убить. Мы нашли два фуд-рациона, но в какой-то веке. Даже три. Тут еще несколько, тут еще получается один щит. Персонаж перегружен оказался. Бежим все дропать. Учитывая то, что мы очень сильно перегружены. И нас преследует зомби, этот, нас зомби, в общем и целом, преследует, поэтому дропаем все. Продаем дартс, продаем, получается, булаву, продаем меч короткий, продаем копье, продаем робу. Смотрим по шлемам, шлем у нас 0. В принципе, можно было бы, конечно... Ага. Перчатки, вот тут я смотрю, перчатки у него есть. Перчатки стоит оставить и прозвонить полярность, может нам они подойдут. Перчатки стоит оставить, шлем тоже. Щит, не знаю, насколько лучше, не лучше, щит тоже оставим, посмотрим. Также свисток продать, чтобы он нам не отсвечивал. Мы уничтожили... Кобальт зомби. Убираем монеты, которые мы получили. Смотрим на алтаре, который у нас присутствует. Персонаж проголодался немножко, но это не критично. Мы дропаем, получается, шлем. Дропаем перчатки. Дропаем щит. И поднимаем, они все не прокляты. Смотрим, значит, перчатки мы одеваем. Перчатки мы одели. Получается, шлем нам надо снять сначала, наш старенький. То есть у нас сейчас минус 2, минус 1 и шлем. То есть шлем такой же, точная копия. То есть он нам, в принципе, не актуален. Можем продавать смело. Также у нас есть, получается, щит.
Смотрим, у нас получается армор класс минус 2. Снимаем дворский щит, у нас он плюс 2. Этот у нас минус 2. Соответственно, мы, грубо говоря, в нуле. Поэтому нам, мы, по сути, ни хрена толком и не выиграли. К нам идет конь, пони. Как вариант, попробовать его приручить. Для этого нам нужно кинуть в него паёк. Подождать, пока он к нам подойдет, и кинуть в него паёк. Для этого через команду Т выбираем паёк и кидаем в него. Наш конь, как вы помните, погиб смертью храбрых. Поэтому... Ну, он сражался с мимиком, мимик оказался сильнее его. Если я правильно понял, мы не можем кинуть ему еду, потому что конь не сильно голодный. Соответственно, для нас он, скажем так, как компаньон пока недоступен. Что очень плохо, но все же.
интернетов, но мы откровенно перегружены. Из-за того, что получается, у нас мы пострадали очень сильно из-за силы. Попробуем помолиться, но нас послали на три веселые буквы. Поэтому теперь мы играем с 11 силы. Поэтому сопротивление яду очень важно. Если у вас не будет сопротивления яда, вы, скорее всего, просто погибнете. Потому что у вас тупо силу выкачают. На начале очень сильно важно сопротивление к яду. Я бы даже сказал, оно жизненно необходимо. Если вы, как говорится, хотите играть, то вам нужно именно сопротивление к яду. Ситуация, честно говоря, скажем, плачевная, потому что у нас 11 сил, это достаточно мало. Силы, конечно, подрастет у нас. Но опять же, нам, честно говоря, особо уже это будет не актуально, потому что продаем, и мы в кои-то веки облегчились на чуть-чуть. Пробуем, получается, продать свитки. У нас два свитка неизвестны для нас. Это, получается, 50 монет свиток. Это у нас, получается, свиток. Диромат какой-то. Открываем прайс-идентификацию по свиткам. Мы смотрим, что это может быть. Конфуз монстр, дестроит армор, фаер. В общем и целом достаточно много свитков. Food detection, gold detection, магический маппинг, scar monster и телепортейшн. То есть это достаточно много может быть свитков. Поэтому наша задача его подписать как просто 50. Цена 50 в общем и целом. Для этого нажимаем команду S, нажимаем команду Inventory. И пишем про команду 50. Берем, проделываем то же самое со вторым свитком. Для этого его дропаем. Он стоит 100. Мы отказываемся от его продажи и поднимаем предмет. Там была цена в 100 монет, соответственно, мы прописываем цену в 100 монет. Что касаемо 100 монет, 100 монет это у нас получается амнезия, креат монстр, земля и приручение. Соответственно, это достаточно опасно, если 100 монет, потому что там есть амнезия. Амнезия очень опасная. Она, одним словом, то, что вы когда-то изучали, вы прожмете, и просто у вас все исчезнет. Поэтому амнезия, скажем честно, сомнительный свиток. Точнее, вот эти 100 монет. Поэтому как-то так. Все равно прозванивать придется, поэтому особо от этого никуда не денешься. Убираем, получается, эти два свитка, которые мы прозвонили за ненадобностью. Смотрим по наличию других свитков, зелий, свитков, чтобы мы могли все прозвонить. У нас есть Grey Spellbook. Вот как вариант, можно попробовать его прозвонить. И 200 монет еще в кармане. Поднимаем Grey Spellbook и пытаемся его продать. Grey Spellbook стоит 250 монет. Открываем прайс-идентификацию на Grey Spellbook и смотрим, что если он стоит 250 монет, это заклинание 5 уровня, это Magic Weapon и Дик Копание, так называемое. То есть эта книжка нам в любом случае не нужна. Потому что она, во-первых, до этой школы мы, если и докачаемся, то очень еще и не скоро.
Тем более это 5-й уровень, то есть это там вообще это полный трындец, мы ее даже просто прочитать не сможем. Поэтому книжка для нас, по сути говоря, не актуальна, нам ее, в принципе, можно продать. Ну, как вариант, можно оставить на будущее, но я не думаю, что мы найдем ее еще в любом случае, поэтому просто продаем, она нам без надобности. Убираем монеты обратно к себе туда, чтобы они не отсвечивали. Так, что касаемо, у нас там была еще палочка, насколько я видел. У нас в наличии неизвестная палочка. Пытаемся продать палочку. Она стоит 75 монет. Открываем прайс идентификацию по палочкам. Смотрим, 75 монет. Это самая ходовая цена. То есть ее нужно гравировать, чтобы понять хотя бы примерно, что она из себя представляет. Либо атаковать монстра. Потому что тут может быть и Дегерин, и так называемая прозвонка персонажей, открытие-закрытие замков, магический мисс, так называемое открытие невидимого. Опять же, та же прозвонка, секретные двери, замедление монстра, ускорение монстра, то есть палочка удара так называемое отпугивание андедов. То есть 75 это самая, по сути, ходовая цена. Поэтому ее нет особого, честно говоря, смысла. Ее нужно прозванивать. И желательно на мобе. Поэтому мы ее просто подписываем, как цена 75. А мы ее не подняли еще. Поднимаем палочку. И подписываем ее, как цена 75. Вот, как-то так. У нас не есть немножко еды, кстати, стоит еду прозвонить и отмычку тоже. Но отмычку, наверное, я думаю, не стоит. Все, нам теперь не нужен этот персонаж. Единственное, я хотел посмотреть, что за... Вот, получается, у нас есть свиток за 38 монет. Открываем свитки идентификации. Так, сейчас я открою, посмотрю. За 38 монет. 38 монет у нас харизма 17 в данный момент. Соответственно, за 38 монет это заклинание света. По крайней мере, оно здесь подходит. Соответственно, этот свиток нам не нужен. Поэтому... Он нам без надобности. Смотрим, что вот это такое. Это лампа за 8 монет. Лампа за 8 монет нам также не нужна. White Potion, который присутствует в данный момент, он стоит 100 монет. Открываем прайс-идентификацию. Potion, смотрим, 100 монет, наличие 17 харизмы. При покупке. Сложно сказать, я что-то пока ничего не нахожу, но это, скорее всего, зона соточки. И поэтому тут списочек достаточно большой. То есть как Confusion, так и Extra Healing, Галлюцинации, Healing, Holy Water, Unholy Water, Restorability и Sleeping. То есть это получается... Конфузия, дополнительное исцеление, галлюцинации, хил. Получается, святая вода, не святая вода, восстановление абилити, то есть атрибутов восстановления и сон. В принципе, это хорошие предметы, но проблема в том, что слишком большой список. Мы не знаем про него ничего, поэтому имеет смысл его просто пометить как... знак вопроса, например, потому что мы не знаем, что это за поушен в данный момент пока что. Поэтому нам не актуально. Как вариант, можно взять еще у него еды немножко. К
нам идет, получается, у нас в данный момент экипированное копье. Берем на ножи его, подходим, забираем лишайник. Вот. Идем в магазин. Эльфийское копье у нас кто-то кинул. И к нам идут два эльфа. Ой, сейчас будет больно кому-то. Так, учитывая то, что... А, их даже трое. Нам нет смысла драться с ними, с троими одновременно, поэтому пускай подползают по одному. Ждем, пока они... Ага. Нас они палочкой магического удара ударили. И все, и они сразу свалили. Вы просто клоуны. Ну вот вы сами все видите, нам нужно к ним подходить, и они, видишь ли, по-другому до нас не доходят. Иди сюда, насекомое! Достаточно больно нам, но мы 12-7. Если он кританет, мы погибли. Если не кританет, мы еще один удар выживем. Дропаем сумку. Мы, скорее всего, погибнем, поэтому помолимся. Если нам не поможет, мы погибли. Если нам поможет, мы еще сможем что-нибудь сделать. Нас убил он. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Надо было убегать. А, тем более у меня Верапоинт скилл прокачался. Да, надо было убегать. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока.